Телемост, как форма общения с известными личностями нашего времени, с каждым годом набирает популярность по всей России. Так, более 40 регионов, среди которых был и подмосковный город Видное, провели онлайн-общение с писателем, литературоведом, доктором филологических наук Евгением Водолазкиным. Людям интересны вот эти встречи с писателями. Не всегда же писатель может приехать в библиотеку, правильно? Тем более, конечно, хочется и с этим поговорить. Да? Тем более, если человек действительно популярен, действительно его книги пользуются спросом, вот как у нас, например. Да? И, конечно, читатели хотят поговорить с писателем, вот какие-то вопросы задать по творчеству. Евгений Водолазкин является автором таких нашумевших романов, как «Лавр», «Авиатор», «Повести Соловьев» и «Ларионов». Его книги настолько популярны, что в библиотеках люди за ними стоят в очереди. Почему? Потому что это очень глубокий, интересный писатель. На онлайн-встрече писатель рассказал о своем творческом пути, о книгах и ответил на все вопросы участников. Таких файтов вы читаете сами. Спасибо. Я читаю в зависимости от настроения. Чаще всего я читаю Александра Сергеевича. Елена Антошина, прочитав роман «Лавр», была удивлена проникновенностью и душевностью этого произведения. Спустя время она познакомилась с «Авиатором», затем прочитала сборник рассказов и решила, что книги Евгения Водолазкина будут обязательно присутствовать в ее домашней библиотеке. Становится классиком нашим, российским, потому что он поднимает вопросы всех наших любимых писателей, Толстого, Достоевского. Он пишет о людях, он пишет о душе, о человеческих терзаниях, о внутренней борьбе человека. Телемост получился очень интересным благодаря неординарным вопросам слушателей и необычным историям самого писателя. А уже на этой неделе онлайн-встреча в Центральной библиотеке пройдет со всеми любимой Дарьей Донцовой, мастером детективного жанра. Анастасия Воронина, Егор Хлябич, Ольга Садовская, Видное ТВ.